Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть. На сайте anylevel.com можно купить аккаунт Dota 2 с любым рейтингом, данные о котором моментально придут на твой email. Также можно запустить свой аккаунт и при этом контролировать весь процесс. anylevel.com – магазин с железными гарантиями. А по ссылке в описании действуют специальные скидки для моих подписчиков. Всем привет! Это Топ Дота, и сегодня у нас будет очень интересный и необычный видос. Мы вместе с вами будем проверять различные мифы и маловероятные ситуации дотки. То есть всякую дичь, которую в пабе вы можете встретить лишь раз в 1000 каток, но можете проверить в лобби. А если хотите попасть в следующий видос, то можете предлагать в комментах, что еще можно проверить. Поехали! Первый миф. Если Рубик украдет ульту Тускара, то он сможет давать Варлус Панч с ренджа. И с эффектом, и с замедлением, с увеличенным уроном и со всеми делами. Что скажете? Пишите в комменты свой ответ, если хотите проверить свои дотерские знания. Ну а я буду показывать. Произойдет ничего. И это на самом деле интересно, ведь раньше ульта спокойно воровалась и все работало именно так, как я и описал. Поэтому-то я и взял этот миф в ролик. Дота меняется очень быстро и нужно успевать за этим следить, если не хотите играть на 2К. Следующий миф. Если Рубик украдет ульту СФа и заюзает ее, то он нанесет 0 урона, ведь душ у него нет и ультануть, следовательно, нечем. Пишите свои догадки и давайте проверять. Как видите, урон он все же наносит, но непонятно, сколько душ из него вылетает и от чего это зависит, поэтому я сделал еще кое-что. Первый раз я воровал ульту у СФа с 12 душами, теперь ворую у СФа без душ. И как результат, снова Рубик наносит урон, и снова столько же. Теперь для чистоты эксперимента я украду ультимейт у СФа с фулл зарядами душ и посмотрю, сколько же Рубик нанесет в таком случае. И как видите, урон опять тот же. Раньше все зависело от количества душ СФа, а сейчас, по всей видимости, наносится какой-то фиксированный урон. Дота не перестает меняться. И, наконец, третий миф. Если Рубик украдет ульту Рубика, то... не знаю, что там обычно говорят. Вселенная взорвется, Земля остановится, Дота крашнется, Габен умрет. В общем, сейчас узнаем. Пишите пока в комментах, ну а я буду ультовать. Ладно, если серьезно, то произойдет довольно забавная штука. Ульта состилится. То есть скилл нормально сработает, а не как в случае с Тускаром. Правда, как вы понимаете, толку от этого маловасто, да и КД вы себе поставите. А это на самом деле не круто. Так что делать так я не советую, хоть и не понимаю, где вы вообще найдете в пабе второго Рубена. Ну и на этом все. Обязательно пишите, какие мифы вы отгадали верно, какие нет, а также предлагайте свои и выбивайте в топ годные интересные комменты. Если этот видос вам зайдет и вы его налайкаете, то и следующую часть я по-любому сделаю, куда ж я от вас денусь. Удачи!